Добрый день! Выглядеть стильно и элегантно можно в любом возрасте. Магию творят правильно подобранные вещи. Даже старомодная одежда придает шик, если находится на своем месте. В этой подборке рассмотрим виды брюк, которые стройнят, подчеркивают достоинство и молодят. Отличный вариант для женщин с неширокими бедрами. Зауженные к низу брюки повторяют силуэт ноги, делают фигуру вытянутой и стройной. Важно подобрать фасон свободного кроя, не обтягивающий. В таких брюках удобно двигаться, а кроме того, они не выставляют на показ недостатки. Зауженная модель хорошо смотрится с пальто широкого кроя, туниками и рубашками на выпуск. Фасон можно носить как с каблуками, так и с плоской подошвой. Прямой крой смотрится стильно и подходит под любую одежду и обувь. Аналогично зауженным, прямые брюки визуально вытягивают фигуру и делают ноги стройными. Модель идет маленьким и высоким женщинам с узкими и широкими бедрами. Хорошо смотрится с брогами, лоферами, босоножками на плоской подошве. Свободный верх подчеркнет стройность ног. Удлиненные широкие брюки хорошо смотрятся на стройных и на полных дамах. Длина должна быть под небольшой каблук. Если каблуки не предполагаются, подберите модель, которая не подметает улицы, но при этом закрывает ступню. Выбирайте светлые тона брюк. Персиковый, серый, бежевый, кремовый, голубой. Допустим, небольшой рисунок, например, мелкие цветы. Однако дамам с объемными бедрами стоит быть осторожными. Большие принты визуально увеличивают фигуру. Гармонию в образе создадут зауженные блузы, заправленные рубашки, приталенные жакеты. Выбирайте следующую обувь – лодочки, туфли на устойчивом каблуке или балетки. Кюлоты – это просторные укороченные брюки. Их длина должна быть ниже колен, примерно до середины икр. Уровень бедер обычно уже, чем низ. Такой силуэт позволяет уравновесить фигуру, сделать ее пропорциональной. Модель подходит не всем, но, безусловно, молодит образ, делает его более задорным и легким. Идеально сидит на высоких женщинах. Миниатюрным дамам рекомендуется сочетать кюлоты с каблуками. Полным женщинам с объемными икрами лучше избегать этой модели, так как широкий край должен контрастировать с тонкой ножкой. Размер на полных смотрится чересчур объемным, еще больше утяжеляя фигуру. Однако, если проблема только в районе живота и бедер, попробуйте примерить такой фасон. Широкий низ сделает фигуру более пропорциональной. Брюки с высокой посадкой вытягивают фигуру и подчеркивают линию талии. Это хорошее решение для женщин с животиком и широкими бедрами. Место, прихваченное поясом над животом, делает фигуру более пропорциональной. Крой может быть широким или прямым. Модель хорошо сочетается с заправленными блузками, рубашками, футболками, топами. Длина по желанию. Однако помните, что укороченные модели идут высоким женщинам. Обувь подбирайте по сезону. С высокими брюками хорошо сочетаются лодочки, мокасины, кеды.